очередной обзор. Сегодня у нас вот такая вот досточка для изготовления бойла, фирма Cartex. Вот сайт, собственно, самой компании. Значит, они выпускаются 14 диаметр и 24 максимально. Тут, я думаю, все понятно. Вот, по данной книжечке видим, что у нас 16 диаметр данной досточки. Будем сейчас вот эту коробочку открывать и смотреть, как она у нас выглядит. О! Ого! Вот это размеры! Колоссальные размеры! Для сравнения взяли вот Shark, S-Shark досточка. Вот видно логотипчик, каких размеров данная модель. И каких данная модель. Ну, то есть, да, вот такая вот мини-вариант. Сейчас мы ее раскроем, покажем, как она выглядит. Считаю, компактность можно рассматривать как плюс. Ну, больше мыслей никаких по этому поводу нету. Ну, компактно, да, вот так вот. Таба! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 бойликов можно сделать диаметром 16 миллиметров. Вот такая вот у нас идет замечательная каталочка. Очень легко катается. Cartex. Логотипчик крупным планом. Пожалуйста, все видите. Так. Размеры показали, сравнили вот эти вот доски. Так, теперь будем мерить уже точными измерительными приборами. Так, у нас получается 15,5 идет ширина. Длина у нас будет 24 сантиметра. 24. Важная особенность, что ручки, да, вот на этой доске. Здесь чисто вот эти вот края сделаны. Катается она легко, то есть вот здесь она жестко достаточно. Я уже говорил про это в обзоре по данной доске. Так, важный момент также. Здесь есть крепление. Вот они, крепления. То есть можно ее прикрутить, присверлить, допустим, к столу. Или ножки есть у нас, да, вот как бы резиновые, то есть на поверхности они будут достаточно плотно стоять. Здесь ничего такого нету. Здесь, ну, элементарно две вот такие вот пластмасски. Как бы вся технология, ее никак тут, ну, если только саму как-то доработать, чтобы ее можно было закрепить. А так, в принципе, вот такая вот мини-доска для изготовления бойлов. Надеюсь, информация была полезной и интересной. Всем пока!